На территории Донецкой области подконтрольной Украине введены временные ограничения для мирных жителей. Новые правила опубликованы вчера на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации. Согласно новым правилам, жителям Донецкой области Украины запрещено ездить по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и не проходят через пункты пропуска. Также запрещено пребывание в лесных массивах и лесополосах, около водоемов, в районах расположения магистральных газогонов, химических предприятий, ТЭС, плотин, что в условиях индустриального Донбасса делает вообще весьма проблематичным отдых на природе. Есть и прямой запрет в этой области на проведение туристических экскурсий и походов, рыболовство гражданами Украины и другими лицами вне установленных законом мест. Хорошо хоть на картофельных грядках пока разрешают отдыхать. Невесело шутят жители Краматорска, Артемовска, Славянска и других городов Донбасса, оказавшихся за линией разграничения.